стать программистом, не отрываясь от уроков в школе. Такую возможность получили ученики Заволжской школы номер 72. На базе учреждения открылся новый центр профессиональных инсталляций. Первой компетенцией, которой могут овладеть школьники, станет как раз программирование. Освоить профессию помогут опытные преподаватели Ульяновского госуниверситета и работники главного авиастроительного завода области. Это что-то вроде таких советских учебно-производственных комбинатов, когда дети смогут получать свои профессиональные навыки, не выходя из территории школы. И первыми, кто, наверное, откликнулся, это наши партнеры, Ульяновский государственный университет и вот «Авиастар». Перед занятиями ребят пригласили в гости наставники с «Авиастара», где рассказали, с чем ученикам придется иметь дело на обучении. Школьников обучат 3D-моделированию, прототипированию и компьютерной графике. Однако ребят это не пугает. Они настроены серьезно и даже хотят стать вторым Илоном Маском. Я до этого еще занимался 3D-моделированием, 3D-технологий ей. Обширно использовала ее в своих проектах, делала фотограмметрию. Я решил сюда прийти, чтобы поделиться своими знаниями, получить новые и потом в дальнейшем использовать это у себя дома, а возможно связать с этим свою будущую жизнь. В будущем будут востребованы профессии, идет полнейшая роботизация абсолютно всего, и это перспективно. Курсы рассчитаны на 3 месяца. Первыми слушателями станут ученики 7-10 классов. По его окончанию ребята будут сдавать итоговую научную работу. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».